Сегодня же о ситуации с потоплением на селекторном совещании губернатору доложили главы районов, включая Ермаковский, где воды больше всего. Губернатор поручил руководителям территории тщательно контролировать обстановку и своевременно оповещать людей. Наша главная задача – это действительно своевременный мониторинг, прогноз, подготовка пункта временного размещения, оповещение людей, если необходима какая-то дополнительная помощь с точки зрения спасателей, вертолетов и так далее. Наши службы готовы, давайте будем находиться на постоянной связи.